Концерт, посвященный столетию Каюма Мухаммедханова, прошел в Алматы. Выдающийся ученый, текстолог, основатель первого государственного музея в Алматы, музея Абая в Семипалатинске, Мухаммедханов является первопроходцем во многих областях национальной культуры. Он был уникальным специалистом по эпохе Алашорды, кроме того, является автором гимна Казахской ССР 1945 года. Во время торжественного мероприятия прозвучали композиции в исполнении оркестра «Отрар Сазы» и был продемонстрирован документальный фильм о жизни и наследии видного казахского деятеля Каюма Мухаммедханова. Большой ученый, человек многогранного таланта и удивительно светлый человек. Так отзывались о нем его коллеги. Он был непревзойденный педагог и еще при жизни услышал от своих учеников и земляков много стихов и песен посвящений. Каюм – личность ренессансная, первопроходец во многих областях казахской национальной культуры, уникальный специалист казахской культуры эпохи Алашорды. Он проложил новое направление в науке и культуре. С его именем связано слово «первое» –